Павлодарские старожилы учат школьников, как правильно ставить юрты. Мастер-класс проводят активисты из школы Каусар-Блак. В рамках проекта «Номад Тайм» они делятся секретами надежного и комфортного устройства древнего жилища кочевников. И не только. То, чему мы сейчас учим молодых, это исконные традиции казахского народа. Это тысячелетняя история кочевников, которая несет глубокий смысл и отражает идентичность казахов. В преддверии Наурыза у нас проводятся разные национальные мероприятия, но сегодняшнее отличается своей значимостью и посылом. Проект «Номад Тайм» очень интересен и многогранен. Надеюсь, он продолжит свою миссию во имя истории, традиций и обычаев казахского народа.